Чай с ягодами годжи для похудения. Впервые лечебные свойства ягод годжи начала использовать медицина Древнего Китая. Вслед за китайцами изучать пользу ягод начали и ученые Запада. Многочисленные исследования показали, что благодаря своему составу и действию ягоды годжи положительно влияют на работу печени, состояние кожи, зрение и тому подобное. И кроме всего, могут быть средством для похудения. Что на это влияет? Поехали! Содержание большого количества полимеров сахара или полисахаридов. Это сложные углеводы, которые в организме раскладываются очень медленно. Они насыщают организм энергией, и этот эффект долговременный. Следующее. Высокий процент клетчатки. Она обеспечивает сразу несколько эффектов. Уменьшает уровень плохого холестерина, стимулирует работу желудка и выводит из организма токсины. Следующее. Низкий гликемический индекс. Это значит, что ягоды годжи надолго задерживаются в кишечнике. Благодаря этому не происходит резкого повышение уровня сахара в крови. К тому же замедленное усвоение надолго обеспечивает чувство сытости. Самое простое средство для похудения из ягод годжи – это чай, рецепт которого подан ниже. Но нужно понимать, ягоды годжи – только вспомогательное средство для похудения, которое нужно совмещать с правильным питанием и физическими упражнениями. Последнему растение в некоторой степени способствует. Оно улучшает эмоциональное состояние, влияет на бодрость и активность. Ингредиенты. Ягоды годжи 15 грамм, зеленый чай половина чайной ложки, корень имбиря 5-7 грамм, вода 200 миллилитров, лимончик по желанию. Способ приготовления. Доведите до кипения воду и дайте ей немного остыть. Чтобы ягоды сохранили полезные свойства, их не стоит заливать кипятком. Температура воды должна быть примерно 90 градусов. Высыпьте в чашку зеленый чай и ягоды годжи. Измельчите корень имбиря и тоже поместите в чашку. Залейте чайную смесь водой. Дайте ей немного настояться. По желанию можете добавить к чаю лимон. Напиток рекомендовано употреблять теплым. Его нельзя пить на ночь, потому что он очень тонизирует и бодрит. Какой же эффект мы получим? Это стимулирование пищеварения, снижение аппетита, обеспечение длительного чувства сытости, выведение токсинов из организма, уменьшение уровня холестерина и поддержание иммунитета кишечника. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.